Да. Привет всем. Давно не виделись. Я как бы без лишних объяснений просто начну. Вот. И может быть по ходу пьесы что-то расскажу, но пока нет настроя это делать. А хочется посмотреть то, что я нашел. О! Опача. Здорово, мистер Зитьера. Не ожидал, что кто-то найдет меня. Кто-то вспомнит, что я существую. Да, и тут же назовет меня игнорщиком. Да. Я просто без лишних слов начну. Ну, я сейчас, короче, буду замаливать грехи, но не знаю, насколько. Ты просто посмотри, ну, в благодарность мой стрим смотреть не будешь, но, ну и не надо, ну и пожалуйста, я чисто для себя на самом деле заявил, потому что ты только посмотри на это. Я не мог отказать себе в таком удовольствии и не стартануть это. Это просто восхитительно. О, у меня, кстати, компик также стоит. Вот точно, только у меня верхняя крышка есть, а вот нижней нету, точнее боковой. Так, я ФСБшник. Насколько я понимаю, у меня есть кеды, у меня есть свитер. Здравия желаю. Здравия желаю. Так, мы отдали воинское приветствие. Чтобы читать записи, нажмите использовать. А нет, спасибо, пока я... Блин, тут столько всего интересного, что я даже не знаю, на чем остановиться. Так, окей, начнем с солдатиков. У меня точно такие же были в детстве, слушайте. Вот прям один в один. Я помню, крепости целые строил, когда мелкий был, и воевал ими. Хотя не, у меня более прикольные были, но и такие попадались тоже. У меня были желтенькие такие английские солдаты. В Half-Life 1 один на один. Ну, погоди, ты что, не видишь, что я тут накопал? Вон что. У меня, так сказать, предвосхищение великого. У меня рваные кеды. Классная подошва, кстати, прям. Очень качественная. А вот внутреннее убранство моего ботинка, оно так себе. Ну, вообще, да, идейка сгонять один на один в первых Half-Life хорошая. Я могу предложить тебе сделать это завтра, например. Вечерком или днем. Все равно завтра на работу не надо, ведь коронавирус. Так, продолжаем использовать. А, личный дневник Александра Калашникова, то бишь это я, наверное. За эти полгода... А, 2008, кстати. Недалеко от 8 августа, то бишь нападение Грузии на Россию. Так, за эти полгода я ужасно деградировал. Причем как морально, так и физически. Полгода проваляться в больнице, не видеться с ребятами и не держать в руках оружие. Мог ли я когда-нибудь об этом даже подумать? Все начинается как будто сначала. Руки отвыкли от холодной тяжести металла винтовки, уши от резкой и обрывистой стрельбы. После ранения, попав в больницу, я получил множество времени для раздумий. Пересмотрел свои взгляды на различные вещи, включая саму возможность продолжения службы. И пришел к выводу, что без нее нет меня. На днях снова займусь спортом, чтобы быстрее восстановить прежнюю ловкость и подвижность. Пристреляюсь на полигоне. Неизвестно, что предложит мне начальство после такого... Ух. Неизвестно, что предложит мне начальство после такого перелома в моей жизни. Куда пошлет на этот раз? Хоть бы не в Афган. Постучать можно, постучать нельзя. Там, кстати, наш великий президент. Очень низкополигональный, но это не умаливает его величия. Так, что-нибудь еще есть? Блин, сколько они там маршируют, да? Господи Иисусе. Ладно, погнали. Здорово. Ё-моё, блин. Загляни ко мне вечером, майор. Обмоем твою новую звездочку. Так точно. Надо бы проверить дежурных. Ну иди, иди. Мужик. У меня нет желания разговаривать. Слушай, майор, мне некогда.
Ну ладно, извини, что потревожил. О, 3DS Max. Ты извини, что я на стол вот так вот залез. Так, что за книжка? Блин, не могу разглядеть, как бы... Качество-то хорошее, но моего зрения банально не хватает, чтобы прочесть. Жаль это слышать. Личный дневник Василия Казанцева. Ты уж извини, что я прямо здесь это делаю. Так, амин. Такие ассоциации возникают у меня при воспоминаниях об операции во дворце, что тошно становится и хочется плакать, словно маленький ребенок. Не мастак я писать дневники, но тлеет в моей измученной душе слабая надежда, что кто-то да почувствует хоть маленькую толику того, что довелось мне пережить. Вечерний выход, тишина да стрекот цикад. Стрекот, стрекот, стрекот. Стрекотание, цикад, лишь изредка. Я не знаю, что у меня только 720p доступно. Может, потому что давно не стримил. Я, если честно, уже как бы в технические, так сказать, перипетии сейчас вдаваться не буду, но я смотрю на другой экран. Вроде симпатично выглядит. Все читаемо. Ну, правда, я сейчас на дневник пялюсь, но сейчас. Дочитаем и позыркаем, как она там. Так. И тут бешеный шквал огня. Товарищу лицо разнесло фарш прямо передо мной. Едва успел спрятаться за колонной и выдернуть чеку из гранаты. Уж сколько нас в свое время не тренировали, а ведь не подумал бы, что руки так будут дрожать. А он, Вовка Каламзин, вместе со школьной партой были. Потом армия, служба по контракту и в Альфу вместе попали. Гордились тем, что лучшие из лучших. Когда из 30 человек выбирали лишь одного, мы пробили себе дорогу вместе. А спрашивается, куда? Дорога к близкой смерти вдалеке от родины. Я благодарю Господа Бога, что удалось мне тогда выбраться оттуда, и не дай Бог снова попасть в подобную ситуацию. Блин, грустная комната очень, на самом деле. Музыка задает, так сказать. Нет, не так. Отлично. Так вот, что у меня 720 доступно? Ну, слушай, не, на стриме выглядит прилично. Не лагает. Да, прям вообще кайф. Доволен собой, что так оно все выглядит. О, мое почтение. Молочко сгущенное с сахаром, говядинка тушеная. Вот то, что нужно, кстати, в наше время коронавируса. Фотографии хорошие, кстати. Фикус. Я надеюсь, что это фикус, по крайней мере. Samsung. Samsung же? По идее, да. Утюжок. Кто так оставляет, нарушает технику пожарной безопасности? Михаил Горохов. Ух, гад. За окном льет дождь, и вроде бы ничего серьезного не предвидится. Тренировки на полигоне приостановлены. Помусолив карандаш, достаю свой блокнот, чтобы исчернить его белоснежные листы очередной записью. О, вот это чувствуется сразу поэт. Данным очерком хотел бы отдать посильную дань моему товарищу Николаю Лучко, погибшему смертью храбрых во время операции по освобождению заложников, невинных детей и персонала школы в Беслане. На штурм мы пошли вечером, как раз когда были эвакуированы еще 30 школьников и двое преподавателей. Василий Нишков удачно заложил управляемую мину, и в стене школы с западной стороны образовался неплохой проход для штурма террористов. Практически все заложники, по нашим данным, были уже освобождены, и Альфа, наконец, могла полностью развернуть все свои силы в борьбе с террористами. Я обрек Василия на смерть. Не стоило мне отправлять его одного, но я не мог рисковать сразу всей штурмовой группой. Проникнув в проход, рядовой боец Снежков был вооружен лишь винтовкой и двумя дымовыми гранатами. Я и еще двое ребят ждали у зияющего в стене проема. Практически через несколько минут после того, как он проник в помещение спортзала, а оттуда в коридор школы раздался треск автоматной очереди, крик раненого им террориста и гулкий стук падающего тела. С другой стороны, это отвлекло террористов, и мы успели буквально вытащить через дверь в правой стене двух испуганных девочек, а затем пробраться мимо их убежища к холлу школы, тем самым отрезав террористам путь к ним.
положили этих сволочей и передали их тела справедливому суду. Но Василий больше никогда к нам не вернется. Неизвестно, что стало бы с девочками, если бы он не решился идти на штурм сразу после вскрытия стены. Фастране. Ух ты, серьезно решил взяться? Ну, жулик, а? Хулиган. Ну давай, иди, тренируй свой аим. Надрешь мне завтра задницу, как ботинки кирзовые. Срочник, призывник. Так, ладно. Вот мне интересно, кстати, я альтарность, с вашего позволения, на 5 секунд. Мне хочется вот что узнать. Действительно ли участвовал в штурме Беслана человек по имени Николай Лычков? Здорово, Long Life Warrior. Давно не виделись. Давно не виделись. Беслан. Так. Отменить. Николай Георгиевич Пучков. Рачков, Куликов, Пучков. Не, есть только Николай Рачков. Но в Беслане он, судя по всему, не участвовал. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. А то вдруг оказалось бы, что все очень проработано здесь, в этой игре. Ну, как бы оно проработано, да, но... Кто знал, может быть, тут такие уровни проработки, которые нам и не снились. Так. Ху-ху. Блин, куда идти-то? А что делать? Ладно, окей, пойдем сюда. Здесь мужик стоит. А, оружейка. Разрешите доложить. За время моего дежурства никаких происшествий на посту не было. Вольно. Извините, я выполняю приказ. Слушайте, а вам не кажется знакомым этот голос? Мне нельзя покидать пост. Это что? Та же самая озвучка, что и в Ганмене. Извините. Ганслингере. Ган... Челике. В той игре, которую я проходил тогда на стриме. Так, журнал приема сдачи постов. Пост принял 23.04.2008 в 00.00. Так, ладно, не важно. Сильный храп рядового Петроченко ЕО примерно в 1:20 разбудил половину роты. Рядовые предприняли попытку усмирения рядового Петроченко ЕО путем демократичного удушения, но попытка была предотвращена. Других происшествий не обнаружено. Ты, кстати, знаешь, что из-за твича на телефоне лагает даже 480? В плане, я немножко не понял, что ты имеешь в виду. Но я могу, конечно, попробовать сейчас на телефоне позыркать трансляцию. Один момент. Разворачиваем. Сейчас я дочитаю только. Так, рядовой... дежурный хренов. Рядовой Николаев О.Л. был замечен пьяным и сопровожден на гауптвахту. Место получения и принятия алкоголя не выявлено. Других происшествий не обнаружено. Так. Говоришь, лагает. Ну. Не, слушай, у меня все ништяк. Это у тебя, скорее всего, в чем-то трабл, потому что... Ха! Я умею читать сквозь стены. У меня все замечательно. На телефоне и на... компьютере. И помните, детки, держитесь подальше от армии. Я в армии не был, но мне уже не нравится то, что я тут вижу. Фу. Другие люди на Твиче тоже жалуются. Ну, любопытно, любопытно. Я как бы далек от всего этого по очевидным причинам. Сейчас я перейду обратно в панель управления. Так, напишите кто-нибудь что-нибудь в чатик, пожалуйста, чтобы я это самое... Чат на телефон, маленькое окошко на ПК с тобой. О, это так... Это так мило звучит. Снова мы вместе, друзья. Снова у нас мусорные ведра стоят. Я не жалуюсь. Здорово, Т-12. Давно не виделись. Если виделись вообще. Хе-хе-хе. Так. Блин. Такая игра у меня прям... О-о-о. Да,
окне автобуса поплыл ебаный военкомат. А тёлки тупо сбились в кучу, машут, что-то кричат. Ну что ты в армии нахуй? Оу-оу, теперь ты в армии нахуй. Кругом затылки мудаков, тебе подобных блестят. И мысль одна на все снует по ним вперед и назад. Пиздец, я в армии нахуй. Оу-оу, теперь я в армии. Нахуй. О, Господи Иисусе, теперь это божественно. Все, пиздец, теперь я в армии. Нахуй. Потом мудной распределитель, 100 дебилов в трусах. А дальше форма, бля, учебка, бля, присяга, бля, затрах. Ты, сука, в армии, нахуй. Оу-оу, ты, сука, в армии. Нахуй. Мне нравится, как у него рот открывается. Я задремал на дне окопа, и мне снится кровать. Я задремал на дне окопа, и мне снится кровать. Старшины. Я твою мать, ты сука, в армии, нахуй! Пусть там мать, ты зубля, в армии! Святыню дембеля мы будем отмечать до седин. И в этот день мы будем пить и пиздить всех, кого хотим. Мы были в армии, нахуй! Мы были в армии! Фу. Слушайте, я предлагаю тупо остаться здесь, короче, и весь стрим просто слушать это. Это мое почтение, просто 100 из 10. Ух. Челики отдыхают. Блин, как же мне нравится. Я хоть и не служил, но прям кайфую. Слушай, а кино можешь сыграть, а? На месяц до дембеля, пусть лучше духи пошуршат. Согуй. Я отдыхаю. О, вот это там. Рэмбо. Мы отдыхаем, пожалуйста, не мешайте. Вежливый парень. Сержант разрешил перекурить. Ну ладно, перекуривайте. Блин, как же душевно, а? Хочется сказать, что это типа ответ русскому сталкеру, но сталкер, во-первых, не русский. Я отдыхаю. Нехило ты так отдыхаешь. Эх, не успел. Не успел. Так. А ты что грустно сидишь? Обижают? Сержант разрешил перекурить. Понял. Блин, ну вот то, что у них озвучка у всех сделано одним персонажем, это плохо. Очень плохо. Мы отдыхаем, пожалуйста, не мешайте. Ладно, я понял, они все отдыхают. Так, книжечка. Преступление и наказание. Глава 6. Ох, етить, колотить. Ну все, ребят, литературный стрим начался. Будем Достоевского читать. Давно хотел как раз. Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, притворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось, но на лестнице было все тихо, точно все спали. Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытии со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил. А меж тем, может, и 6 часов било. И необыкновенно лихорадочно, и какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы сообразить, чтобы все сообразить, да, и ничего не забыть. А сердце все билось, стукало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить. Дело минуты. Родион полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну, совершенно развалившуюся, старую, немытую свою рубашку. Излохмотив ее, он выдрал тесьму, вершок шириной и вершков 8 длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто, единственное его верхнее платье, и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Под левую мышку изнутри. Под мышку, как бы, но... Интересно, кстати, почему подмышка называется подмышкой? Надо будет провести расследование потом. Руки его тряслись, пришивая, но он одолел
и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголки и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка. Петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. Ух, ух, мурашки по телу идут. Ладно, я до всех докапаюсь, поэтому до него тоже докопаюсь. Чё, отдыхаешь, да? Попасть могу. Я спрашиваю, отдыхаешь? Солдат спит, служба идет. Мое уважение. Одобряю. Так. О, дневальный. Здравия желаю. Разрешите доложить. Я с оружейных комнат глаз не спускаю. Да по тебе видно. Ну ладно, не спускай дальше. И? Мне нельзя покидать пост. А, да сиди, сиди, кому нужен. Цок, цок, цок. Я как будто с копытцами типа скачу. Так, а тут можно пешком ходить? О-о-о. Все, РП-стрим. Я хоть опять же и не служил, но попытаюсь. О, дядька стоит. Должен ли я ему отдать честь через это стеклянное окно? Думаю, нет. Чё читаешь? А, понятно. Блин, кажется, они близоруких в армию берут. Потому что я ничего разглядеть не могу в этой. Товарищ майор! Здравия желаю. Вы мешаете мне пройти. Товарищ майор, зайдите, пожалуйста. Сука. Я-то думал, он сейчас скажет, что на базу напали. Или типа того, а он... Запоминайте, ребят, нам это пригодится в скором времени. Апокалипсис уже близко. На правой стороне ствольной коробки. В верхнем положении предохранитель. Он закрывает прорезь ствольной коробки, защищая механизм от попадания грязи и пыли, а также выбирает... Ладно, это можно и на ютубе. Бывает. О, Любе, слушаешь. Товарищ майор. Здорово. Что говорят? Всем офицерам приказано пройти инструктаж в медсанчасти. Поторопитесь, вас уже ждут. Ух ты. Сегодня в медицинской санитарной части для всех офицеров спецназа проводится инструктаж о новых индивидуальных пакетах первой помощи. Направляйтесь в медсанчасть. Так, нет. А откуда у них музыка идет, кстати? Видно, из оружейки, что ли? А, не-не-не, вот радиола висит. Блин, кайф. Замьютит, наверное, конечно, но ладно. Привет, майор. Здорово. Загляни ко мне вечером, майор. Блин, им бы лишь все обмыть, а? Не опоздать бы на поверку. Ой, спит. Дневальный. О, столовка. Ох, где мои 18 лет? На большом корректном. Так, давай, отчитай его. Третий день на казарменном положении. Достало. Понял. Вы только посмотрите на эту физику тряпки половой. Вот это вот божественно. Вот это лучше, чем всякие Half-Life Алюх. Алекс. Алекс. Привет, майор. Здорово. Шея устала. Слушайте, это прям... О, еще и капусточку режет. Картошечку чистит. Видите? Оп.
Видите? Эх. А чаю можно? Нет, ну ладно. А, не, я сам за... Я сам, ребят. Так, я даже не хочу знать, для чего этот чан предназначается. Нычка закущенки. Сегодня у офицеров будет шикарный обед. О, это плохо. Если закатывают шикарный обед перед... Точнее, в армейке, то это... Что-то да значит нехорошее. Мне нужно работать. Да работай. Ой, такие сосиски, кстати, в магазинах продаются. Ну, раньше продавались. Ты извини, что я на капусту ногами как бы встал, но я думаю, ничего страшного. Ну, тебе Long Cap Warrior лучше на интернет нормально накопить для начала. Вот, а уже потом на VR. Вот. Плюс мне VR самому нужен, как бы, так что не обессудь. Прости, брат, компьютер только мой. Так сказать. Кайф. Ага. И чё ж ты там? Извиняюсь, а делаешь? Пентагон взламываю. Как успехи? Я пока побуду здесь. Покажем этим америкосам. Мне некогда с вами разговаривать. Кто тут у нас главный? Папку для бумаг почитать нельзя. Что за книжки? Понял. Так, ну медсанчасть находится на другом этаже, не на этом. То есть нам обратно наверх надо, потому что я помню, видел ее. Погнали. Почему отходы здесь находятся? А, это луковица. Ладно, вопрос снят. Стоп. А, не, я есть чай. Оо. Слушайте, ну... Здорово. Очень здорово. Очень душевно. Прям видно, что с любовью сделано. Ух, сука. Вроде простая кирпичная коробка, да, но... Сколько в ней души? Сломалась? Извините, я занят. Казарма номер 2. Так, похоже, рессора полетел. Придется менять. Я причем сначала подумал, что... Чё? Скара... Дера... Дерза... А, скоро дембель. Во. Еле прочёл. Да. А, медсанчасть, она здесь. Ну окей, значит мы все правильно идем. Блин, не, на буханке. Фастранить это значит спидранить, то бишь быстрое прохождение. Блин, не дать погуляем. Здравия желаю. Нет, давайте вы сначала. Добрый. Давайте сначала проверим КПП, как тут дела обстоят. Как оно? Товарищ майор, разрешите доложить? Разрешаю. Никаких происшествий на посту во время дежурства не было. Хорошо. Продолжайте службу. О, там слухи идут. Давайте подслушаем. Типа мы так ненавязчиво прогуливаемся. Ладно, они раскрыли мой хитрый план. И на гражданку хотят. Даже этот самый висит. Как он называется? Кондей. А как Кондей? Полное название. Слушайте, я забыл, как... Бля... Явно не конденсатор.
Климат-контроль. Назову это так. Блин, есть же какое-то другое слово. Ну-ка, чат, помогите вспомнить, я забыл. Кондишн. Кондишн тоже неплохо, но это, по-моему, тоже сокращенное слово. ФСБ учебный корпус. Так. Привет, майор. Загляни ко мне на склад немного позже. Есть. Я покажу тебе кое-что из нашей новой экипировки. О, свой штык-нож, наверное, да? Так. Блин, не, ну очень здорово. Мне особенно лес на заднем фоне нравится. Очень здоровский такой. Блин. Генерал сегодня не в духе. Учтем. Саундтрек, кстати, тоже прикольный. Мне нравится. Пока что. Так. Сейчас. Я работу света просто оцениваю. И она тут здоровская. Приболел. Ацетилосалициловая кислота. В продаже, кстати, ее уже нету. Так что это реликт, по сути, перед вами. О, мамка. О, пельмешки, чуваки. О, етить, колотить. Ну все, ребят, я остаюсь. Мне больше никуда не надо. Блин, а? Роутон еще. Эх, вот если бы он еще роутон с пельменями заварил, было бы так вкусно. Кондиционер. Точно. Спасибо тебе большое, Лонг Эквариор. Я все не мог вспомнить. Блин, эти пельмешки, да. О, Обломов. Я, кстати, Обломова не читал, поэтому, простите, я эту главу читать не буду на стриме. Я хочу потом сам как бы прочесть полностью книжку, а то вдруг спойлеры словлю. Так. Солдат спит, служба идет. Да. Так. Идем дальше. Вот как. Ну это, кстати, вот шутки шутками, но вот это вот самые топовые пельмени в мире компьютерных игр ever. Seriously, таких пельменей вы никогда не увидите. Я вам точно говорю. Вот вы только посмотрите, с какой любовью они сделаны. Просто вот кажется, что настоящий возьми вилку. Где моя вилка? Ткни в экран. И ешь. Пельмени хочу. Так. У-у-у, теперь ты в армии. Как меня все это задолбало. Согласен. О, сейчас будет что-то интересное, друзья. Поехали. Так. Комплект входит. Так, там клизма. И бинты для перевязки. Большая аптечка – лучший способ восстановить здоровье и потраченные силы. Комплект входит стимуляторы, транквилизаторы, а также все необходимое для перевязки. Помогает выжить даже при самых тяжелых ранениях. Надеюсь, вам все понятно. Кстати, вас просили заглянуть на склад экипировки. Не забудьте об этом. Так точно. Сегодня на складе для всех офицеров спецназа проводится знакомство с новой экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Направляйтесь на склад. Результаты анализа вашей крови будут готовы уже завтра. А зачем это я результаты? Кто-то фуражку забыл. Наверное, наш прав. А можно отнести ему фуражку? Ох, ты еще и кеды забыл. Стоп. Клизма. Фуражка. Кеды. Любовная интрижка. Прямо в части. Да, день, кстати, и правда солнечный. Я заметил это в коридоре. Еще так классно. Он как будто в стаканчик целится. Такой. Бэм! Мне кажется, или...
чуваки, я с ума схожу, или он реально целится вне зависимости, ну, типа, почти в тебя, из любого угла комнаты. Вот это страшная херня. Да. И вниз. И, блин, вот это крипатно. Пошли нахер отсюда. Ой, а чё это тебя кореш кинул? Ну ладно. Да. Так, на склад. Здравия желаю. Прапорщик Сомов послал меня за вами. Он ждет вас на складе. Благодарю. Сегодня завезли новую экипировку. Вам нужно ее осмотреть. Я провожу вас до склада. Пошли. Блин, это там что, Хрущев, что ли, на плакате изображен? Это вам армия, а не курорт. Я покажу вам, бездельники, как шланговать. А ты, рядовой Соколовский, пойдешь у меня завтра в наряд. Ой, на кулаках еще отжимается. Уж жесть какая. Так, мужик, подожди, я это сам отвлекся. Блин, я прям чувствую это. Ой, ты чё? Я прям чувствую это лето, хотел сказать я, но он так резко зачесал вперед, что я аж испугался. Все? Сегодня в столовой опять. Понял. Каш так каш. Пировка, наверное. Так. Быть дежурным на складе — это смертная скука. За что мне такое наказание? Ну хоть не очко драешь, и то хорошо. У. Хе-хе. Кирзачи. О, фляжечка. КГБ. Не, неплохо. Так, идем дальше. Очевидно, нам сюда. О. Заходи, майор. Сегодня нам завезли кучу новой экипировки. Пора разобраться, что к чему. Примерь этот бронежилет. Это новейшая модификация. Облегченный вес и повышенная прочность защитных пластин. Вещь. Этот шлем мы давно заказывали, но пришли они только сегодня. Используя щиток, ты должен защитить лицо от пуль. 100 из 10. Вот в Таркове прям хуже сделано, чем здесь. Кстати, сейчас в подвале идут занятия по химзащите. Прежде чем уйти, сходи вниз и обязательно выбери для себя противогаз. В подвальном помещении склада для солдат регулярно проводятся занятия по химзащите. Вам нужно найти для себя подходящий по размеру противогаз. Спускайтесь в подвал. Блин, кидайте, конечно. Я космонавт. Так, ладно. Подвал. Хе-хе. Да тут, в принципе, светло. Фонарик не нужен. А, это фляжка. И стаканчик. Слушай, такой... Какие стрёмные подвалы, а, у нас в военных частях. Ну что, дурья твоя башка, опять забыл, что писать. Солдат должен знать все свойства поражающих газов на зубок. Если сейчас же не напишешь мне формулу, будешь в этом противогазе себя перекуковать. А, майор, здравствуй. Здравия желаю. Противогазом. Посмотри там на столике, можешь забрать любой, какой тебе больше понравится. Благодарю. Ага. Ну что, стоишь, солдат? Давай вспоминай, мы все ждем. Каждые 3 дня на армейском полигоне специально для офицеров подразделения А проводится... А, Г. Угу. А можно алты натянуть? Не. Ну ладно. Ну что, вспомнит он или нет? Подождите, когда я освобожусь. Ну, давай, братишка, вспоминай. Репчешт. Так, ну-ка, книжку можно почитать? Ладно, нет. Наверное, нельзя. Идем дальше.
А зачем здесь отходы хранить? Непонятно. Так, идем на стрельбище. А где оно находится? Наверное, надо за территорию выходить. Стопэ. Замечена и успешно предотвращена попытка рядового Судорогина НК похитить 4 упаковки димедрола в 9.12. В 15.30 замечена драка между 4 рядовыми. Драка в силу сложившихся обстоятельств прекращена была, но не вовремя. 5 человек госпитализированы. Уже уходишь, майор? Ладно, удачи на стрельбу. Да, спасибо. Здравствуйте, товарищ майор. Здравия желаю. Так. Здесь, наверное, стрельбище? Ну, хотя не, вряд ли. О, давайте постоим с ним. Курить, здоровью вредить. Да, вон даже машинка стоит. Хотя хозчасть открыта, давайте за рулем. Я тут был? Вроде был. Слышал, наш генерал сегодня не в духе. Майор, чё? Как ты после ранения? Обнимался? Ой, какая рожа у него. Добротная. Мне кажется, что я... Твою мать! Какая сволочь здесь навалила куча! Фу! Так а чё ты ногой-то трёшь? Интересный перформанс. Интересно. О! Здравия желаю. Радио барахлит, вечно с этим проблемой. Это нехорошо. Где полигон? Кто подскажет? Блин, столько всего. Майор, где тебя носит? Наши ребята уже почти все отстрелялись. Ой, а чего у него с лицом? В подвал. Дежурный откроет тебе оружейную. Ты сможешь выбрать себе ствол. Действуй. Блин, вот он, наверное, ветеран, короче, типа ранением его лица. Ладно, пошли дальше. Так, ну мы зато полигон нашли, кстати. Кто бы подозревал, что он будет в подвале? О, я понял. Чего? Чё? Ничего не понял, ну ладно. Я сам доберусь. Даром. Давненько вы к нам не заходили. Третья оружейная комната открыта. Ваше оружие и боеприпасы там. Понял. Третья оружейная комната. Это? Или это? Скорее всего, это. О, даже рожки из аленты зафигачены. Но я сомневаюсь, что это можно в армии так делать. О, да. Это моя винтовка. Таких винтовок много, но это моя. Без моей винтовки я никто. Без моей винтовки... Нет. Без меня винтовка ничто. Блин, хочется попробовать выстрелить, но я не буду стрелять по Черриксу. Частички. А это что такое? А, о-о-о. Нифига себе. Так, давайте по классике с калашом пойдем. Прицеливание. Система прицельных приспособлений на винтовке дает стрелку возможность определить, куда придется его выстрел. Такая система может быть механической, оптической или электронной. Но сегодня оптические прицелы наиболее распространены. Следует запомнить, что сама по себе прицельная система никак не влияет на точность боя, что является свойством оружия. Она лишь помогает стрелку видеть цель, а остальное зависит от того, как он держит оружие и как целится. Понял. Так, идем дальше. Застрял. Так, там... Мне показалось, или там дверь закрыли, чтобы я не ворвался, да, в части, не перестрелял всех. Ну, ладно. Мне незачем, конечно, но предусмотрительно. Так.
Оу. Ой, ёбкую мать. Как громко-то, а? Так, дайте я потише сделаю чутка. И еще немножко здесь. Хотя ничего, я парюсь. Я вот так вот. Легко. Флешбеки начал ловить. Вот у этой, блин, на даче, конечно, люто, не как у калаша. Вот. А как сесть? А, блин. Фу-фу-фу. Я, кажется, сирену слышу. Тревога, мужики. Возможно, криминал. По коням. А где Баста находится? Да забирай. Мне не жалко казенного имущества. Так, а шляпу-то отняли? Нет, шляпа на мне. Зрелищно. Мужик, где штаб? Точно не знаю, что случилось, но не стоит. Понял. Снорки. Это снорки, а не слоники. Или снарки. Как они там в сталкерах-то были, блин, надо сталкеры пройти. О, какой качественный плакат. У меня, кстати, в этом самом. Господи. В призывном пункте, короче, такой же висел. Так и. Проведение совещания в штабе приказано усилить посты на КПП и выставить дополнительный караул по периметру. О ситуации докладывать каждые 15 минут. Задача ясна? Так точно. Долго думал. Над ответом надо кого-нибудь другого поставить на КПП. Товарищ майор, скорее проходите в конференц-зал. Совещание уже началось. Да бегу, я бегу. Здравствуйте. Товарищи офицеры, у меня плохие новости. Сегодня в 5:34 по московскому времени группа боевиков атаковала блокпосты на территории оборонного промышленного комплекса «Ударник». Боевикам удалось прорваться и укрепиться на территории заводских помещений. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. Внутренние войска оцепили район и ждут помощи от спецназа. Наша основная задача – ликвидировать противника и защитить гражданский персонал. Подробные инструкции получите от командиров групп уже в пути. Удачи вам, товарищи офицеры. Господь Бог, храни спецназ. Да. Итак, наша первая боевая миссия. Проклятые террористы. О, да. Нервничает парнишка. А, у меня ног нет даже. Вот, блин. Парни, через 15 минут мы будем на месте. Я хочу, чтобы все прошло как обычно. Гладко и без происшествий. Территория объекта оцеплена внутренними войсками. Наша основная задача – зачистить местность и ликвидировать сопротивление со стороны противника. Я их буду психологически давить. Насколько нам известно, это группа боевиков из 30-40 человек. Рано утром они прорвались через все блокпосты и сейчас укрепились на территории промышленного комплекса «Ударник». Нам придется работать очень аккуратно, потому что на объекте полно гражданских лиц.
Они должны быть эвакуированы под нашим прикрытием. Да, чуть далеко есть. Действие, кстати, происходит в Сибири, если что. Там в начале игры было написано. Откуда там боевики взялись, неизвестно. Хотя какие боевики, смотри. Сомневаешь, это чеченский след или типа. Так. Алтын. К бою. Поехали. Есть. Прикрываю. Интересно, ты открыл. Я думал, ты ее выбьешь. Чисто. Чисто. Журнал проверки пропусков и регистрации ввоза-вывоза объектов. Так, ввоз двух котельных установок на грузовом газ. Комплект новых средств индивидуальной защиты в котельный цех. Вызов закрытых контейнеров. Опечатано под грифом «Совершенно секретно». Упаковки груза, бракованные стройматериалы. Ничего подозрительного. Опа. И, братишка, земля тебе пухом. Недолго до дембеля оставалось, а ты погиб. Маленькое письмо принес писать. Бля, это свой сидит. Блин, куешь нельзя. Завок. Так, ну мужик, куда дальше? Тут закрыто. Бляхмула. Михалыч. С ключом даже ходил. Карик. Карасик. Так, у карасика все хорошо. Свой. Альфа, наконец. Ай, бля. Обстановка критическая. Противник очень хорошо подготовлен и вооружен. Все наши бойцы мертвы. Мы не смогли задержать. Они захватили эти склады и держат оборону. Эти подонки должны ответить за содеянное. Майор, ты проникнешь в складские помещения через подвал и отвлечешь их. А мы в это время атакуем с этой стороны. Они не есть. Должны знать, что мы здесь. Будь как можно тише. Ждем твоего сигнала. Выполняй. Так, противник блокировал главный вход в заводские помещения. Заметно проникните внутрь и отвлеките противника на себя. Он бессмертный. Понял. Так, окей. Птичка я все-таки возьму. Ха! Спецназ. Блин, вот наконец-то реплика спецназ в моем исполнении звучит как должен. В том плане, что я наконец-то спецназовец. Бляха-муха. Здорово, сука. Ладно, скажи. Какой-то у нас... Какая-то у нас мушка непонятная, кстати. Но, ну да ладно. Не будем обращать на это внимание. Бляха-муха, Михалыч. Что творишь, а? Пошли за ним. Задавил. Я никуда не пойду. Там все еще стреляют. Блин, вот это... Лицо у него классное. И ты в порядке, окей, идем. Пивко пил, золотую бочку. Нет, это почка. Ладно, окей. Ага, это аптечка.
О, нифига, у них тут даже бассейн есть. Чить-котить. Мое почтение. С крысой мертвой, правда, но... Это так, мелочь. Воду залить и не видно будет. Бля. Окей. Все крысы будут аннигилированы под моими подошвами. Ведь как пел Оксимирон. Крыса под подошвой, крыса под подошвой. Блин, а где враги-то, а? Не открывать, работают люди. И навесной замок. Это страшно, если честно. Ага, во, войнушка идет. Вот что. Стрельба как-то непонятно работает. Корабль убили. Мне показалось, да, у них эти самые... Они что, Хизбалла, что ли? Хизбалла или Хамас? Не помню, у кого там из террористов зеленые повязки на лбу висели. Но в любом случае, детки, держитесь подальше от терроризма. Терроризм — это плохо. Дикий минус. Так. Там у него пулемет был. Да нахер. Музончик прикольный такой. Блин, модель очень качественная. У него даже лицо смуглое и усики есть. Глаза красивые. Жаль, мертвый. Так. Широк действие. Опа. Блин, я решил загадку, даже не успев понять, что она есть. Призрачка. Умер. Присел. Куда пошел? Ни хрена себе, что ударил, да? Так, у меня 13 патронов осталось. Нехорошо. Ой, нехорошо скрипит. Ай-яй. Блин, летит там крови, конечно. Хотите? Так, нет, погодите. Стоп, еще раз. А, аудио. MP3. Что это значит? Мне бы просто музыку потише сделать, она очень громкая. А если я ее полностью отключу? Ни на что не влияет абсолютно вообще. Тупо. Ладно, давайте просто звуковой эффект опять чуть погромче сделаем. Есть кто террористически настроенный в этом здании? Контрольный в голову. Ну, что творят, а? Так, ладно. Патроны. Ай, блин. Идите. Что-то они обнят меня. Еще кричат, чтоб я сдавался. Ни хрена себе, вы что? Русские не сдаются. Русские вперед. Как всем известно. Так, ладно, будем обыскивать этих товарищей на предмет патронов. А то их уже недостаточно. Блин.
Будешь? Дай пулемет погонять. 8 патронов для пулемета. Сам пулемет мне никто не дал. Опуча. 19 патронов всего. Не густо. Ха! Ха! Понял. Отличная работа, майор. Мы ликвидировали всех боевиков, которые удерживались в подкидке помещения. Сейчас наши ребята эвакуируют персонал ударника подальше от зоны боевых действий. Продвигаемся дальше. Окей. А патроны есть где-нибудь тут у вас поблизости? Не? Ну слушайте, вот, кстати, завод выглядит точно так же, как и то место, где я работаю. Вот прям один в один. Только у меня там террористов нет по определенным причинам, но... Так. Свои там, да? Свои сидят. Фу. Так. Отделение химзащиты оборудования и антигрозийных покрытий отработало без травм и аварий дней. Вау. Да, но завод явно, короче, в убытке находится, судя по окнам. Судя по количествам золотого бочкарева. Разведка сообщает, что компактная группа боевиков в количестве 10-15 человек продвигается вглубь промышленного комплекса по железнодорожным путям. Так. Мы должны остановить их и избежать потерь среди граждан. Задача ясна? Да. Продолжаем движение. Окей. Я сам справлюсь со всем. Дай пройти. Да на, иди. Вот да, согласен. Ну, что-то хотел. Это РПГ. Доска почета. Ты чё кричишь такое на стриме, а? Не одобряй. Ну, компания что? Не используют реплику в качестве террористического призыва. Вот что я тебе хочу сказать. Хороший фотографий, мне нравится. Я бы такую себе... Ой, погодите-ка, секундочку. О-о-о. Блин. Я сначала подумал, что это казашка, а это на самом деле какая-то волшебница. Так, а куда мне? А, понял. Патронов у них, конечно, кот наплакал. Давайте пока с пистолетом походим. Ай, сука. Ты умер? Где? Чё-то они лютят прям не по-детски. А, ну понятно, он с пулеметом, потому что... После хедшота принято умирать в хорошем обществе. Тебя этому мама не учила? Понял. Так, окей. А что если я с щитком буду ходить? Судя по всему, щиток помогает, когда я воюю. Ну, в целом, да. Нормально. Так, я тут аптечку видел, да, в прошлый раз. Чтобы использовать обезболивающее, нажмите C. Но мне пока не надо, поэтому. Слушай, а ты не хочешь пострелять вместо меня, а? То у меня уже броник покоцанный сидел. Не? Ну ладно. Все сам. Ай, ну, сука. Эй, перехитрил.
Ой, блин. Что творят, а? Это будущее, сынок. Стоп, погодите, там сочная бабка какая-то. Бабка. Похоже на бабку, по крайней мере. Вот таким и должны быть все игры, на самом деле, я считаю. Вот с таким уровнем проработки. Как в казармах. И мертвыми Михайловичами и Петровичами на полу. Чисто. Мрачное будущее. Ну, блин, какое есть. Другого пока не завезли. Радуйтесь, что хотя бы такое будет. Блин, рано броник взял, ну ладно. Душевно. А, ты за мной хвостиком бегаешь? Так. Ну, не самая плохая задержка, кстати. Я бы сказал, как у меня задержка, но... Мне лень проверять, если честно. Но она, как всегда, на минимуме стоит. Ух, хватит, хватит. Паника. О. Еее, рэп, мазафака, камон. Эпичный врыв не удался. Камон. Тяжкий рок. Покажем этим овцетрахам. В плане того, что они террористы, и террористы только тем и занимаются, что спят с животными. Это никак не связано с расовыми предрассудками или чем-то таким. Ух, сука. Слушайте, да, щиток действительно помогает. Потому что в меня столько раз попали, а я выжил. И даже не сильно запоцался. Кулак обследует территорию. Всем занять позицию. Майор, откройте эту дверь, давай, я прикрою. Опча. Чисто, чисто. Ой, чихнуть хочу, гайс, не могу прям. Нос горит. А. Ой, блин. Щиток, конечно, очень по глазам бьет, на вообще кошмар. Ну, тогда получается, это проблема Твича, как ты уже говорил. У меня на стриме все в порядке. Если бы я мог починить Твич, то я бы это с радостью сделал. Но, увы. Все, что могу сказать, слава другу. Душевно. Блин, музон, конечно. Так. Заложники, это понятно. Это надо спасать. Давайте быстрее, мужики. Нас как бы там ждут. Чебурашка! Так, нет, дайте подожду, когда исчезнет.
тысяча из десяти просто. А чё, куда стрелять? Я на месте. Это Молот. Я на месте. База. Жду указаний. Отлично. Мы начинаем. Всем приготовиться. Что? Ух, блин. Блин, эпик. Давай, появись, чтобы стать. Ну, зон прям. Да когда ты сдохнешь? Чё ты, блин? Понял. Минус. 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 Ууу. Отличная работа, парни. Ага, я понял, как работает на бейсбол. Чё дальше? Продолжая наблюдение, там он сказал, да? Ну ладно, давайте посмотрим. Или нет? Ну-ка. Давай поболтаем в другой раз. Окей, окей. А, нет, мне надо к ребятам подтянуться. Господи. Черт, как мне больно. Так ты сними маску. Хорошая работа. Так. Я подслушал их разговоры. Знаете, что мне показалось странно? Они постоянно отчитывались об обстановке кому-то на английском. Я разобрал, как они говорили о третьем и седьмом шлюзах в лесу. Мне кажется, они направляются туда. Давай поболтаем позже. Не обращайте внимания, у меня еще шок. Майор, проверь подвал, я тебя прикрою. Действуй. Есть. О. Разрешаю отправиться спать прямо сейчас. Положение лежа принять. Ко сну подготовиться. По моей команде спи. Но я еще буду сидеть стримить, если честно. Мне прям в кайф. Open H, Open AK, что за Open AK? Чё это? Мне это название не знакомо. Понял. Меня все кинули. Окей. Волк-одиночка. Что это за звук был? На одинокой дороге снова один. Господи Иисусе. Так, я могу пойти туда и туда. Давайте сначала туда зарулим. Мультиплеерный мод. А зачем нам мод, если просто есть десматч на первую халфу? Ну, типа мультиплеер. Блин, фонарик, конечно, полное говно. Могли бы что-нибудь получше дать. Бляха-муха. Твою мать. Чё началось-то, а?
Вы нашли секретное место. Ок. Ради аптечек это, конечно, но... страшно. Больше понравилось. Ну, посмотрим, посмотрим. Ой, блин, насрано, фу. Ну, ничего не хочу сказать, но довольно качественная модель. Так сказать, да. Знак качества, так сказать. Можно присвоить. Фух. Идем дальше. Похоже на сталкер на минималках сейчас прям. Эти звуки кустов. Ну, я думаю, скоро выйдут такие телефоны, которые позволят играть в первый Half-Life. Если они уже не вышли. А враг какой-то подозрительный. Нам в него и надо. Шмек. Загрузка. Не, ну, карта очень качественно сделана. Ну, уровень, точнее. Мне нравится. А, уже есть. Ну, вот я о том и говорю. Что вы так пугаете? Майор, мы ждали тебя. Наконец-то ты вернулся. Теперь мы можем продолжать. Начали. Ой, почесаться не дают. Ну, начали. Откройте, может. Я тебя понял. Отхожу. Не мешаю. Все, все, отошел, отошел. Братан, ну давай не надо. Не нравится мне это место. Да мне вот тоже не нравится, что ты завис. Не время для болтовни. Мужик. Я верю в тебя. Когда за руку сейв последний был? 23.57. Блин, далеко. Берегите патроны. Берегу. Так, попробуем грузануться через быстрое сохранение. Он все еще флексит. Ой, етить квасить. Не-не-не-не-не. Так, давайте-ка мы... Ну, блин, мне тоже страшно, но дверь-то открыть все равно надо. Давайте мы вернемся назад. Посмотрим на загрузочку. Может, это пересбросит скрипт, я хрен знаю. Ну, братан... Ты мне мешаешь. Тихо. Я что-то... Отойди. Ну, они, скорее всего, дальше будут нужны. Но уклип, конечно, можно попробовать. Оп. Оп. Sorry, man. Nothing personal, так сказать. Но я должен был это сделать.
Надеюсь, дальше они мне не понадобятся. Похоже на утечку газа. Майор, найди способ проветрить помещение. Ща найду. Так, ну вроде как все ок. И каску нельзя взять, к сожалению. Мать твою, я только бронежилет взял. А, это пулемет. Все, играем в сталкера, чуваки. Доставайте свои болты. Время пришло искать аномалии. Ой, блять. Да, окей, все ок. Да, засеемся в таком случае. Твою мать, а? Что они так пугают-то, а? Нельзя ж так, я пожилой человек. Могу и не пережить такого. Блин, после алтына очень глаза болят, кстати. Как ни странно. Он как будто на гитаре играет такой. Мяу. Вон версию халфы. Надеюсь, я убил террориста. База, это Блад. Мы у входа в седьмой шлюз. Здесь чисто. Эту дверь нам так просто не открыть. Майор, посмотрите, грузовик. Да я смотрю. Там чисто. Ой. База, Блад, примите код доступа. 348-39B-1. Помедленнее я записываю. Позиции. Майор, откройте эту дверь, давай, я прикрою. Так. Кондиционер. О. Я пытался опять вспомнить. Словечко. Что-то я у него патрон не могу взять, кстати. Он мертв, а им удалось проникнуть в бункер раньше нас. Это просто невозможно. Ничего не понимаю. Да, это, кстати, странно. Подозрительно. Стопы? А, нет. Ступеньки просто такие. А вы как быстрее нас проникли? Или стоп? А, это вы двое до сих пор. Фляжечка. Мужики, ну чё вы такие медленные? Раз, два, три. Ес, спецназ. И тут никого. Меня это, в принципе, устраивает. Мы идем сразу за тобой. Мало, мы продвигаемся вниз. Похоже, здесь все тихо. Идти тут кондеев, кстати, понавешено. Кондиционер. Много. Внимание, вижу противника. Он как-то очень странно зафлексил, типа, решил меня на боевой танец, типа, вызвать. Знаете же эти фильмы «Шаг вперед», где люди тупо танцуют друг напротив друга весь фильм. Это так же. Блин, да чё они? Кому это мешает проехать? Бля!
А, ему умирать нельзя. Вот это тупняк. Какой ты снял? Я его снял. Это мой фраг. Застелить попытался. Так, окей. Челиком рисковать нельзя. Бейтесь, братья, до конца. Братан, сзади! Бронежилет. По-братски. Вас понял. Будем работать. Но я поехал, мужики. Нет, я не поехал. Похоже, что два лифта находятся на нижних уровнях. Нам нужно разделиться. Капитан остается здесь, чтобы блокировать входящие лифты. Майор, ты используешь второй лифт, а я спущусь на третьем. Встретимся внизу. Отличный план. Пока. Как он почесал, да? Лифт, кстати, типичный такой. У меня такой в общежитии был. Только у меня тут еще зеркало большое висело. Засады нет, это хорошо. О, бой. Я все ждал, когда мне гранаты дадут. А это свой. Свой же, да? Я уж хотел выстрелить. Че пугает? Судя по следам перестрелки, они были здесь совсем недавно. Нам нужно как можно скорее остановить их. Продолжаем движение. Да, мне пришли скорее это сделать, а боже. Почему у них голоса гнусовые? Куда бы я не хотел ехать, конечно. Да и туда тоже, если честно. Во-первых... Окей, нет, вопросов нет. Похоже, здесь все тихо. Ну, не знаю, не знаю. Я бы не был в этом так уверен. Аудиосопровождение классное, то есть я имею в виду не музыку, а вот именно звуки наполняют пространство собой, если можно так выразиться, очень атмосферно. Так, ну и чё, Шерл, куда нам дальше? Я слышу какой-то шум. А вот гранаты-то кидать меня никто не научил. Бляха, мне там. Как они медленно летят-то там, а? В смысле, когда там уже пришельцы будут? Чем тебя они устраивают, террористы? Ворота заблокированы из лифтерной. Доступ к которой только с той стороны. Если верить плану, все тоннели связаны между собой системой вентиляции. Нам нужно использовать ее, чтобы попасть в лифтерную и открыть ворота. Система вентиляции? Ты что, предлагаешь мне залезть туда? Майор, попробуй пробраться туда, а я тебя прикрою. О, вот это в духе первого Half-Life. Сразу чувствуется, что это мод. Провалится? Не, не провалится. Вот это может провалиться, я прям чувствую. Ой. Тупая идея.
Так, а куда мне тогда получается? А, летите, дурак. Окей, неважно, забудем последние 30 секунд. Представим, что их не было. F6. Так, слышишь, ты ж, по-моему, спать ушел, а? Это что такое еще? Вы видели это? Ты, что это? Вывоз груза. РОС-200, кстати, это мертвое, если что. На военном жаргоне, так сказать. Медикаменты, новые клетки для подопытных. Два контейнера компании NordMed Farms с биологической массой. Четыре цинковых гроба с погибшими подопытными. Вывоз груза 200 опять. Четыре монитора, четыре компьютера, два аппарата искусственного дыхания. Испорченная мозговая... испорченная органическая масса. Ну, мои те соболезнования там. Возвращайся назад, я жду тебя. Бля. База, это Октябрь. Вижу группу противника у входа в шахты. Похоже, они минируют тут все. Это база. Разрешаю открыть огонь. А, ну и... Прекратить огонь, все свои. Ёп, бай. Колотить. Ну, ГГ. Вот мы и прошли, судя по всему, на плохую концовку. Бункер. Подземные тоннели. Спустя 4 часа после падения. Эй. А куда у меня все оружие исчезло? Типа выпало из меня. Ладно, и так сойдет. Пестик нашел, то хорошо. Так, давайте я окошко открою. Оп. А то опять жарко стало. Поехали. Ой. Сейчас, погодите, у меня опять проблема с прыжками. Ведь, как известно всем, я ненавижу прыгать. Все чисто. Так, ну, судя по всему, у них получилось взорвать бункер. Блин, блять. Твою мать. Прицел, кстати, когда я прыгаю, красным загорается. А, это, наверное, обозначает, что я стрелять не могу в этот момент. А что это вы там издеваетесь друг над другом? Каким образом? Я как-то упустил этот момент. Нормально. Чё это? Это бочка-то. Мы потеряли связь с группой ученых, которые отправились в лабораторию Круз-1. Лаборатория подверглась биологическому заражению почти 25 лет назад, еще в середине 80-х, и была законсервирована. После взрыва устроена противника. Дирижер, это мы так понимаем, да? Периодически докладывайте обстановку. Ну, сейчас мы устроим концерт. Куда идти-то? Дверь откройте.
Йоу. Камон. Лесенка. Опа. Или мне не сюда? Не, мне не сюда. А, нет, вон куда. Все, вопрос снят. Виноват. Был невнимателен. Оп. Бля. Давай. Так. Консервированная база. Аварийного освещения. Жутковатое местечко. Ну чё, уходим на самоизоляцию, в карантин. Путин разрешил, поэтому вперед. Какая кривая лопата. Стопы. Мама мия. Вижу тело ученого. Он мертв. Следов пулевых ранений нет. Где ты его видишь? Ощущение, что его со всего размаха ударили в стену. Где ты его нашел? Так, народ. Я один не вижу тело ученого. Мертвое тело. Или это не мы говорим? Очевидно, не пролезу. А, вот. Так и есть. Наши ученые включили систему аварийного освещения. Работает вторый день. Хотелось уронить просто эту штучку туда. Текстурка земли, конечно, кстати, вот не ахти. А, это... Я в большом круглом зале. Здесь так классно стены расписаны. А, все, это не мы говорим, окей, вопрос снят. Вопрос снят. Так, вагонетки какие-то. Непонятно, пока непонятно. Еще одно тело. Слышу сильные глухие удары по металлу. Продвигаюсь по лестнице наверх. Блин, вот знаете, вот ощущение, как будто в детство попал, когда я по заброшенным всяким зданиям шастал. По школе там заброшенным вот это вот все. Потемнее бы здесь все сделать, конечно, было бы вообще. Блять, крыса. 100 из 10. Ну, дверь открыть, это знаешь, не каждому дано. Давайте-ка мы спустимся, может там секреточка есть. Не, хер лысый тут. А не секреточка. Ладно. Что-то нехорошее начинается, друзья мои. Это значит, что интерес мой только повышается. Так. Ну чё, давай. Нападай. Реально охранительные стены, кстати. Бегаю. Первый кислород. Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
человек полетит, опираясь на... Ой, блин, короче, хрен прочтешь. У меня глаза вытекут, извините. Не могу прочесть. Но здорово. Здорово. Очень классные стенки. Очень классная роспись. Блин, ну-ка, погодите одну секунду. Видео. Я бы просто прицел, наверное, отключил даже, чтобы только с мушки стрелять, чтобы скриншотчик красивый делать. Прям вот это, посмотрите на эту фреску. Е равно МС в квадрате. Okay. Да, чем-то, кстати, смахивает на СЦП. СЦП. Дальше, я так понимаю, сходство будет еще больше. Но у нас атмосфера нагнетается, нагнетается. Я уже чувствую, как мне становится стрёмно. А вот этот первый кровосос. Со свастикой на руке, кстати. Не одобряю. Блин, да что там за Drum and Bass концерт, а? Блин. Прикольно, что у него калаш изорван. Отстану, что у него лицо изорвано. Да. Ёб твою мать. Капец, они живущие. Вау. Так, давайте дождемся, когда музыка закончится, и тогда почитаем. Эффектная смерть. Какие бразы. Твою мать. Это ловушка Джокера. Пип! Ай! Ни хера не там может. Оу май. Давай, нападай! ГГ. Летите они лютые, конечно. Так, ладно. Давайте попробуем. Игра вылетела. Ой, потягушки. Ладно, ничего страшного. Запускаем опять. Так, мне надо ее на стриме перезахватить, так понимаю. А, не, все, норм. Продолжаем. Пациент номер 35 зуб. 36 ДБЛ 2 УП. Скончался. Обширное кровоизлияние в мозг. Уникальный костный панцирь слишком задавил щели. 83-й год, кстати, прошу обратить ваше внимание. Пациент номер 46, Боров, снова впал в транс. Разрастание мышечной массы затронуло мышцы живота. Его сильно рвало, рентген показывает уменьшение объема брюшной полости. Видимо, на днях его ждет такая же участь, как у пациентов 28-35. Жаль. Нужно что-то сделать с составом до более контролируемого роста клеток. Ой, блин, как они громко стучат. Кошмар. Пациент номер 38, кот. Благополучно перенес еще одну операцию. На данный момент подобные боли не нуждаются в экстренной реанимации. Состояние стабилизируется за счет постоянного введения сильнодействующих стероидов группы 34B и удаления части внутренних органов.
Хотелось бы заострить внимание на успешном вживлении подобного номера 38 код в кошачий глаз. Поначалу все пришли к общему мнению, заключающемуся в том, что он ослеп, но ткани не отторгались, и на третий день он стал подавать признаки того, что видит новыми глазами. Зрение еще не стабилизировалось, то его качает, его не может задеть за нос пальцем вытянутой руки, но все же видит тарелку и ложку, способен принимать пищу. Блин, хорош стучать. Давай, поднимайся. Да, я определенно держу ситуацию под контролем. Так, давай. Подсейвимся, что ли? Перехитрил. Так, где-то еще один должен быть. Да, вот. Патронов мало. Нормально. Пока справляемся. Блин. Так, вот, давайте попробуем избавиться от музыки посредством убийства всех противников. Твою мать. Вон, каска. У него улыбочка, конечно. Сколько тебе надо ударов, блин? Жесть. Ну вообще это классно по-своему, то что они такие неубиваемые. Ну блин. Пощада. Муа. Я так сказать, ай, бля. Нарушаю условия самоизоляции таким образом. Блин, одна тычка и МР. Слышишь, Майк Каспер? Попадал нормально сюда. Бля. Капец, они лютые. Реагирует типа, всему, причем очень плохо. Это нормально реагирует. Дядя, отстань. Все равно три патрона осталось только. Крысы, вы помогли мне, что ли? Так, давайте с этим сначала разберемся. Ладно, бонзай. Оп, оп. Ип! Нет! Их! Най! Фак. Я хотел здесь патрон найти, но ладно. Паркур. Оп. Мужик! Патроны! Твою мать!
это ГГ. Мансуем. Бля, может я где-нибудь патронов не видел. А то я чувствую, мне не пройти, пока я их всех не перебью. Братан, ну... Амунишн, дай. Надо сделать так, чтобы они, типа, ну, в проеме, блин, застряли, что ли, или типа того. Чтобы я, так сказать, мог их перехитрить. Добро пожаловать на стрим One No Ghost One. Приятно знать, что кто-то подписывается на мой канал, где я почти никогда ничего не стримлю. Располагайся, чё, все как дома. Я пока их не убью, то ничего не смогу сделать. Ладно, возьмем хитрости военной. Не зря я в ФСБ служу. О, все. Изи. Тактика победная. Че, как дела, народ? Как настроение? Соблюдайте карантин. Моете руки перед едой и после еды? И вообще, моете ли вы руки вообще? Нормально. А руки не моешь. Так, он умер? Все почему да. Лимон. Вошел в меня, так сказать. Не, он умер, все. Так, а будьте кумать. Надо иди сюда. Скучка, вот такие как ты стоит. Шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Колбасочку на бутерброде. Все, всех победил. О, кунсткамера прям. Исследование лаборатории Крот-1 показало, что группа ученых погибла от рук неизвестного противника при загадочных обстоятельствах, а следов террористов не обнаружено. Найдите грузовой лифт, покиньте Крот. Бля, и она опять вылетела. Ну, ёб твою мать. Так, окей. Перед каждой книжкой надо сохраняться. Тихо. Под воздействием второй дозы мутагена 36ДВЛ2 происходит быстрый рост мышечной ткани в руках и на спине. Напоминает раковое образование последней стадии. Температура 38,2. Сбить не удается. Практически все время без сознания. Во время просветления нецензурно ругается. Хе-хе. Отказывается сотрудничать и рассказывать о своем состоянии. Правильно делает, кстати. Порвал привязанные ремни, но был очень слаб в ногах. Нечего было день ног пропускать. Не мог ходить. Вместе с санитаром Волковым удалось его уколоть снотворным и поместить обратно на лежанку. Привязали простынями. Температура упала до 35,5. К вечеру температура нормализовалась, съел все принесенное и требовал добавки. При кормлении попытался покончить самоубийством, съесть ложку. Сурово.
Исследования показали, что мутаген 34-DVL2 приводит к чрезвычайно агрессивным мутациям, что наблюдается уже после недели применения препарата. Вакцины, что мы ставили трем беременным женщинам, привели к стимуляции роста мышечной массы плода и вызвали преждевременные роды уже на 6-м месяце. Ага, то есть они здесь качков, короче, выращивают. Прям в утробе. Фу. Так, ладно, мне нужно грузовой лифт найти. Вот. Ну да, после тех пельмешек, которые мы видели, я бы тоже, наверное, не был удовлетворен больничной пищей. Прикольное место. Я, если что, сейчас ничего не нажимаю, он сам у меня падает вниз. О, здорово, мужик. Видал мое эффектное появление? Майор, рад тебя видеть. Я думал, ты погиб в завалах на нижних уровнях. Мы потеряли троих наших ребят за последние 2 часа. Я слышал по радио про эти старые лаборатории и группу ученых. Что за дерьмо там творится? Я думаю, тебе нужно обязательно поговорить с заведующей местной лабораторией. Она руководит всеми этими генетическими исследованиями. Срочно найди ее и выясни, что ей нужно. Кстати, нам удалось захватить одного из боевиков. Наши ребята уже допрашивают его. Блин, в этом моде все замечательно, кроме озвучки. Озвучка прям лютый кал. Ну, не в обиду, конечно, ребятам, которые работали над ней, но просто полный отстой. Че стоишь? Я работаю здесь уже несколько лет. Скучновато, конечно, но платят хорошо. У тебя тут, блин, террористы и зомби. Мужик, ты чё, охренел, блин? Скучновато им. Жесть. Ишь, блин, хлеба и зрелища ему подавай, а? Жалюсно, не убивайте меня. Я всего лишь наемник. Я буду сотрудничать. Наша группа атаковала ударник, чтобы отвлечь внимание ваших основных сил и обеспечить наземные преткновения наших парнички, руки дрожат. В эти надземные бункеры. Мы готовили эту операцию почти 2 года. Наши покровители, представители иностранной разведки, которые хотят выкрасть информацию о ваших секретных разработках. Они используют эту заварушку, чтобы оставаться незамеченными. Сейчас их группа разведки находится на вашей территории. Это все, что я знаю. Пожалуйста, не убивайте меня. Кончай его. Мы проверим твою информацию. Плохая звучит. Если ты нам врешь, то можешь пенять на себя. И его тоже кончай. Рад видеть тебя живым, майор. Аллах не даст мне сабана. Блин, у него даже монобровь есть, ну. Я всего лишь наемник. В какой игре можно встретить человека с монобровью, а? Супер пельмени, монобровь. 100 из 10. Играет. 100 из 10. Ждем. Ребята из лаборатории, настоящие трудоголики. Я до сих пор не могу поверить в то, чем они занимаются. О, нифига себе. Сейчас Resident Evil какой-то начнется. Все. Дезинфекция завершена. О боже. О, эффектно. Возвращение, майор. Да, прохлаждаешься, посмотрим. Из личной переписки профессора Шилова с внутренним корпусом исследований поведения человеческого тела в экстремальных ситуациях. Шиловсервер.ком. Закупка улучшенных органов дыхания. Здравствуйте, Виктор. Органы, полученные нами в надлежащем порядке, в скором времени доложу вам о результатах тестовой имплантации. Интоксикация адреналина в систему кровоснабжения подобного А225. Здравствуйте, Александр. Сообщите, пожалуйста, о результатах эксперимента по однократному введению адреналина в генетически модифицированный образец А225. В частности, нас интересует поведение пищеварительной системы после интоксикации. Так. К сожалению, вынужден сообщить вам о неудачном завершении эксперимента, так как он имел летальный исход. Пациент скончался при до сих пор необоснованном резком скачке давления, сопровождавшемся обильным кровоизлиянием через дыхательные пути. Как и ожидалось, мышцы затвердели, но осмелись сообщите, пожалуйста, когда нам будут доставлены образцы группы для проведения дальнейших экспериментов. В общем, пить захотелось, извиняюсь, ребят. Ничего не мог с собой поделать.
Ой, фига себе, ведьмак. Сидит. Вот, вот это, кстати, прикольно, то, что провода есть. Это первая игра, где я вижу, чтобы были провода в компьютере. Серьезно говорю. Вот, без шуток. Современный, кстати, даже с подсветочкой. Респект. Подождите, когда я освобожусь. Не, окей. Вот что значит проработка. Блин, вот этим бы ребятам Valve бы сделали предложение о сотрудничестве. Вот это было бы классно, я считаю. Надо бы почитать о... про эту студию. Важные ребята, правда? Вы будете удивлены, но они все абсолютно одинаковые. Эти ребята пизда в будущем. Я даже поддерживаю низкую температуру в этих помещениях. Мы, получается, создаем капитана... Стоп. Капитана России. Короче, помните фотографию, где Путин тоже в штанах с голым торсом и в шляпе? Хорошая фотография. Девушка. Давайте поговорим, когда я освобожусь. Но я свободен. В чем будем познакомиться получше? Так, куда мне идти-то вообще надо? Я запутался. Что делаешь? Мне нужно работать. О, наверное, сюда. Ой, какая лестница. Я, если что, по ней скатился. То есть вот я иду. Нет, второй раз так не получилось, но... Зато сейчас получилось по инерции скатываться. TX. Статистика обновляется при исполнении журнала в обязательном порядке. Умерших объектов за последнюю неделю 5. Объектов за последний месяц 30. Из них с деформированными внутренними органами 22. Большинство клонированных объектов, в особенности из групп 4N, 5N и 5M, погибли от цирроза печени. Бухать начинают. Сотрудник Клименко ДА в качестве эксперимента, добавляющий в органический раствор медицинский спирт, уволен и отправлен в часть ДМ-34, где его подвергнут суду. Я же говорил, пить надо меньше. В целом же часто наблюдается смерть из-за отсутствия обоих легких. Наши попытки вырастить клонированный объект с модифицированным ДНК до сих пор не увенчались успехом. Информация, поступающая из лаборатории верхнего уровня, в частности CN12, CN13, до сих пор выдают сырой и некачественный материал для исследований, что поражает объекты с высокой тенденцией естественной смертности в первые две недели развития плода. А вскрытие объекта номер 56, псевдоимя Алексей, как о самом неординарном случае за последний месяц, 12.05.2008. Состояние внутренних органов буквально шокирует профессионала. Половина органов изуродована и подлежит разве что выбросу в хирургическое ведерко. Ведерко. Но остальные органы, вроде сердца и легких, настолько модифицированы, что объект мог бы выносить нагрузки, сравнимые лишь с нагрузками на незащищенное тело при выходе в открытый космос. Легкие увеличены в полтора раза, толщина их стенок увеличена более чем на 30%. Сердце вообще представляет из себя странный артефакт, его поростый материал может распилить, можно распилить ножовкой с тот же свой... А, нет, стоп. Его пористый материал распилить ножовкой столь же сложно, сколько и высохший материал сухожилий. Ты меня тоже напугал. Что делаешь? Здравствуйте, товарищ майор. Меня зовут Полина. Вы, наверное, хотите знать, чем мы тут занимаемся? Даже я расскажу. Есть. Мы находимся на одном из самых засекреченных объектов России. Официально он называется Центр экстремальной медицины. Наше правительство всегда было заинтересовано в создании подготовки бойцов с идеальными боевыми характеристиками. Так, в начале 80-х группа военных ученых начала работать над проектом «Крон». Эту группу возглавлял мой отец. Лаборатория КРОД-1 просуществовала всего несколько лет, и виной тому стал неудачный эксперимент. Лаборатория была заражена, и командование приняло решение о ее полной консервации вместе с персоналом. Но несмотря на это, проект не был закрыт, и работы по его развитию продолжились в новых лабораториях КРОД-2 и КРОД-3. Мы пошли другим путем и используем новейшие достижения генной инженерии.
эти эксперименты с вирусами и мутациями в прошлом. Мне страшно подумать, какие ужасные мутации произошли за 20 лет с персоналом законсервированной лаборатории. Вы были в старой лаборатории без защитного костюма. Твою-то мать. Попадание в ваши легкие ядовитого осадка. Чтобы выяснить, насколько чисты ваши легкие, мне нужно сделать рентгеновский снимок вашей грудной клетки. Это очень важно. Следуйте за мной. Ай, блин, сейчас придется на рентген идти. Я ж недавно только флюорографию ел. Внимание всем! Нас атаковали у центрального входа в лаборатории Крот-3. Нужна поддержка. Так и мне же надо... Окей. Вам нужно идти. Это не сюда, наверное, надо? Да, надо идти. Куда? Это профессор Пирогов. Вы что-то контролируете наших клонов? Я не понимаю, что происходит. Ты? Почелось. Так. Так, ну, поехали. Стена, блин, а имит сволочь такая. Да, как будто Ленин говорит. Внимание всему персоналу. Немедленно проследуйте к ближайшему выходу. Прикольно, поза смерти, он как будто на этим балетом такой. Немедленно проследуйте к ближайшему выходу. С улыбкой на лице. Жил без страха, юмор без страха. А, блин, нельзя использовать прицел и щиток. Ах ты, сука! Вот, блин. Чё ты нарёк? Короче, запомните, друзья, когда будете делать свою секретную базу, то не записывайте голосовые оповещения, которые будут идти по кругу, то есть повторяйте их раз в пару минут. Я не знаю, потому что когда постоянно внимание всему персоналу, немедленно покинуть помещение, и это постоянно типа крутится, вертится, это очень смысловое. Звук балетом, умер балетом. Ой, нифига там киберсолдат был. Кстати, цвет меняется. В зависимости от ракурса. Ну, даже бровей нет. Прикольно. Здорово, мужики. Чё, как оно у вас? Я ранен. Тебе, может, аптечку дать? Идите, кочка какая. Жёсткий. Ладно, поехали. Чё делать-то? Слышь? Давай поболтаем в другой раз. Ладно. Я покатился вниз тогда. Сука. Куда вы тебя делась? Я его убил или нет вообще? Давай. Хорошо, что они гранаты не умеют кидать. О, пулемет. Хороший знак. Ча. Давай.
если бы мой напарник не был таким тупым, то все было бы хорошо. И кажется, игра опять вылетела. Судя по тому, что мой курсор начал загадочно себя вести. Ну, да, это действительно так, она у меня вылетела. Но в таком случае, наверное, пока на сегодня все. Ой, это было весело. Это было уморительно, скажу я вам. Я получил вагонище удовольствие. Не, вот эта кнопочка. Продолжим в следующий раз. В следующий раз обязательно будет. Скорее всего, даже завтра. Потому что, сами понимаете, каникул, коронавирус в стране, изоляция, все дела. Ой. Поэтому давайте, друзья. Спасибо, что пришли. Я вас даже не ожидал, если честно, сегодня увидеть. До новых встреч.